третья планета. Там кошки, как люди живут, читаю в постелях газеты, и кофе со сливками пьют. У них есть квартиры и дачи, машины и прочий комфорт. Они обожают рыбачить и возят детей на курорт. Летают в замурские страны, находят алмазы с кулак, сажают на клумбах тюльпаны и даже разводят собак. Хорошая жизнь на планете, у кошек, котов и котят. Но странные жители эти о чем-то все время грустят. Без них.